Did I just turn
Твоей улыбки.
плоды молодежи, когда вырос новое поколение, и слава Богу, образование теперь существует, и молодых людей учат теперь и джазовом числе, и, конечно, мы все еще должны поощрять, поскольку в нашем городе, я уже говорил, много-много лет не было ни одного большого джазового оркестра, не появился. Теперь, конечно, все в ваших руках, о том, как вы будете приходить на концерт, передавайте сведения другим постепенно, говорите, распространяйте слухи, как правило, всегда оркестр играет в филармонии джазовой музыки, у нас на Закате 27, довольно часто, самый разный проект. Ну а сейчас вернемся к проекту Синатри, и, конечно же, опять снова на сцене появится Джон Доус! Let the reasons and the rhymes
Take my case.
Yeah.
сами понимаете, потому что это самый известный фильм, который исполнял Фрэнк Синатра. Есть кинофильм, который пойдет на именно этот фильм, Нью-Йорк, Слайс Минелли, если Роберт Де Ниро, чудесный фильм, оттуда пришла его вот, фантастический. Оказалось бы, на этом можно и было проститься. Но сейчас на дворе октябрь, конец, и немножко печальнее. Романтично печальное время, я бы сказал, так? И в этом мы решили закончить наш концерт чудесной осенней мелодией. Догадайтесь так.
Yeah.